Находимся в Армении, остановились здесь на ночлег. Вот сейчас готовим уху, купили рыбу. Как рыба называется? Сиг. Сиг рыба. На озере, около озера Сиван купили. Вот брат здесь топит печку. Мы рядом с трассой. Там вдали видны горы, Кавказ. А тут горная река. Захламленная, много мусора. Игнатий Тихонович где-то выгуливает нашего урагана. А где, в какой стороне, не видать. Там тоже он кто-то остановился. Чья-то машина. Вот она, наша лошадка. Проехали примерно 21 тысячу, более 21 тысячи километров. Завтра, после того, как отдохнем, с утра поедем в Грузию, в Тбилиси, через таможню. Сегодня 13 июля 2003 года. Слава Богу за все. 13 июля 2013 год. Мы остановились на берегу горной речки на ночлег. Вот где мы остановились. Брат Николай подкладывает дровишек. Будет у нас уха. Рыба с озера Сиван. Окрестности горные. Рядом трасса. Вот она, дорога асфальтированная. Можно вообразить себе, что бывает здесь, когда тает снег. Река переполняется, бурный поток ему стремляется вниз. Очень много мусора здесь. Ну как, брат, он, уха-то готова, нет? Июля проезжаем армянское селение. Снимайте, где ты? Вот гонят коров на пастбище. Коровки худенькие по сравнению с потеряевскими, конечно, они худенькие. Трава пожухлая местами, видно, что зеленая есть, но такой мало травы. Армян. Из Москвы? Он по дороге гонит их. Куда гонит, он, видимо, наверх куда-то поднимет их. Вон она стоит, глину грызет. Глину ест. Видишь? Пыль-то не идет. Не потеряешь пастбище. А это что-то. Маленькие огородики встречаются. Интересно. Столько земли, сколько в Сибири, конечно же, нет. Много заброшенных домов, крыши Армения. Дырявые. Видно, что люди живут бедно.
Нет. Цените, братья, что имеете. Аллилуйя.